Чувашии проходит финальный этап конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона». В его рамках проходят семинары по финансовой грамотности, дискуссии и встречи с экспертами. Динамичные изменения в инвестиционной, цифровой и киберграмотности обсудили сегодня глава региона Олег Николаев и первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. В Чувашии второй год работает Центр финансовой грамотности населения. Здесь формируют грамотное обращение с деньгами у всех слоев населения, от учащихся до пенсионеров. И неважно, наличные это средства или банковские карты. Работа центра направлена на защиту интересов граждан, отметил Олег Николаев. По мнению Сергея Швецова, формирование у населения культуры отношения к деньгам – очень важный аспект. У нас так финансовый рынок устроен, что он сейчас все больше и больше растворяется в нефинансовых сервисах. То есть вы приобретаете в магазине чайник и даже не понимаете, что получаете кредит. Да? То есть вам кажется, что вы покупаете в рассрочку, на самом деле вы получаете кредит. Вы покупаете машину, вам дают страховку. Вы берете ипотеку, вам дают страховку. Киберграмотность, цифровая грамотность – это то, что позволяет человеку в этом во всем разобраться и принять правильное решение.